У областной станции переливания крови появился директор. Эту должность занял теперь уже экс-заместитель министра здравоохранения региона Сергей Кузнецов. В медицине он почти 40 лет, прошел путь от больничного ординатора до замглавы областного ведомства, участвовал в разработке региональных концепций и программ в сфере здравоохранения, является автором более 150 печатных работ, 4 монографий, 4 изобретений, имеет высшую квалификационную категорию по специальности социальная гигиена и организация здравоохранения, награжден от прошлым знаком «Отличник здравоохранения», а в 2007-м стал заслуженным врачом России. Добавлю, что новая должность вскоре появится еще в ряде медучреждений региона. Полномочия таким образом планируют четко разделить. Главный врач будет заниматься вопросами по лечебной части, а директор – выполнять функции менеджера.